На Кубани он открылся одним из первых. Школьники там занимаются робототехникой и 3D-моделированием. Здесь же по соседству разместилась хоровая художественная школа. Глава региона осмотрел учебные классы и пообщался с воспитанниками. Дворец творчества губернатор назвал одним из лучших в крае. Из современнейшей Кубани я больше не встречал, чтобы были проведены такие дворцы для того, чтобы молодежь у них могла заниматься творчеством. Неважно каким. Вам очень повезло сегодня, что у вас есть эти условия. Значит, у вас есть возможность завтра в жизни состояться. Это очень важно. Потому что начало всегда там, где вы живете. Начало, как правило, у дома, у родного дома. Это школа, это спортивные площадки, это спортивные секции. Ну и, конечно, вот такой дворец творчества, по большому счету. Здесь вы можете начинать свой большой жизненный путь. Вот тот старт, который на самом деле может увенчаться грандиозным жизненным успехом. Новое 4-этажное здание муниципалитет приобрел в прошлом году за счет бюджетных средств. Сегодня там обучается около 1500 человек.